чтобы не попадала в рим. Ну да ладно, нормально. Ука-шака, ука-ука, ука-шака, ука. Так, всем привет, друзья. Всем привет, ребят, с вами Мозолька. Одесский. Мозолька. Одесский. Короче, Екатерина Мозолечка. Одесский колледж. Николай. Да. Николай. Здравствуйте, ребятушки. Говорим чуть громче. Вот. Чуть ближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, ну, нам привычно, у нас у всех йети, да? Просто... Да, у нас йети, это для нас нормально. Вот. Короче, ситуация какая. Мы тут собрались пригласить вас. Мы едем, да, на Киберкон. В Краснодар. Еду в Краснодар. Ту-ду-ду-ду. Будем мы там с 23-го по 25-е. Вы можете с нами сфотографироваться, взять автографы. Поиграть, пообщаться. Вот. И просто приятно провести. Пощупать можно. Вот Колю можно пощупать. Мозольку не дадим. Дадим мозольку. Так. Вот, короче, будет весело, интересно. Турнир по CSGO, турнир по Лолу, по Доте, по танкам будет турнир 3-3. Стримеры будут, кто еще будут? Дезик, будет Анет. Койл Нова. Да. Будут This is хорошо, Стас Давыдов и Сергей, вроде там как-то, я не помню, как его зовут. Не помню. Вот, также в общем, будет... Я так понимаю, презентация фильма «Защитники». Защитники, да, будут «Защитники», всем актерским кастом, составом, будет режиссер, вы сможете поблагодарить лично. И премьера, кстати, будет 23-го этого киношки, 23 февраля, ага. В день начала нашего мероприятия. Хапаем халявные билеты. А мы пойдем по-любому. На рецензию не ждите. Нам сказали. Ладно, нам ничего не говорили, мы врём. Мы врём. Молчать. Мы врём. Да мы врём. Врёт она всё. Врёт и не краснеет губы, что мы посиняли. А было прикольно мне намазать, да, губы так наоборот? Это, я думал, это перманентный маркер. Не, не хочу, спасибо. Вот, в общем, программа... мы ещё сами не знаем или знаем. Не, спасибо, не надо. Подожди, по поводу программы. По-любому будет 3-3 танковый турнир. По-любому будет турнир по CSGO, по Лолу. Я уже это говорил, короче, неинтересно. Будет много... косплей-шоу будет громаднейшее. Супер-пупер какими-то ребятами, которых мы не знаем. Но они будут. Кэп. Вот, в принципе, что еще там будет? 3 дня будет происходить все это мероприятие. Время смотрите подробнее, мы ссылочки оставим обязательно на все эти штуки на группу ВКонтакте, на сам сайт и на все остальное. Ближе к самому мероприятию мы будем знать, как чего там будет обстоять. Точно, да, что, когда, во сколько. А еще, ребятам из Минска отдельно передаем привет. Мы будем в Минске 22-го или 22-го. Мы улетаем когда? Во вторник. Короче, во вторник мы вылетаем. В 5 часов вечера мы будем в Минске. И мы будем там из 5 вечера мы в аэропорту будем торчать до 12. Так что, если у кого-то есть возможность, желание, кто из Минска, из близлежащих, как говорится... Можете приехать в аэропорт и, опять же, пообщаться с нами, встретиться, с нами, да. Вот, как бы не обещаем, что там будут какие-то ребята из ВГ, но мы ждем их тоже. Попытаемся вытащить. Нет, мы их ждем, да, они как бы, да, тоже были не прочь. Не, не морозятся, они просто пока заняты работой. Морозятся. Балансят технику, арту там. Ну, морозятся, все, хорошо. Ну, тоже, дотку рубятся, да? Золотые. Да. Где? Wargaming. Там не один бар, там их много. Там я туалеты почему? Классные. Туалеты, ну, я там не был, я только слышал и видел там... фото. Все, ты сидишь в аэропорту, я еду в Wargaming. Черт. Ладно. Мы можем, в принципе, если, конечно, кто-то нас смотрит из компании, вы можете прислать за нами автотранспорт, забрать к себе офис, мы все посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И нас вернуть вовремя. Да. А мы не откажемся. Вот, собственно... До встречи в Краснодаре, да, 23-25. Мы будем уже там 22-го, так что у кого нет возможности, такое тоже бывает, нет возможности прийти на само мероприятие, там дорого, по времени не успеваете, то... придумайте ваши предложения, оставляйте у нас в группах. Либо же... У нас в группах. Да. Либо же сможем просто погулять обязательно. По парку. Обязательно. Вы, кстати, и придумайте, где вы там, да, у вас можно погулять. Краснодарцы. Правильно назвал? Не знаю. Краснодарцы. Краснодарчане? Краснодарцы.
Краснодар. Все-таки остановимся на этом, да. Гуглила, готовилась? Нет, вообще готовилась, не готовилась. Я написала текст. Методичка. Я написала текст, я его оставила дома. У меня текст вышел, конечно, на двоих? Альбом, да. На альбом. Да. Рисовала. Я нарисовала себе текст на альбоме. Да, и я забыла его. Поэтому сейчас от фонаря... Да. Мозолька. Коля, до встречи в Краснодаре. Всем пока.